Dobrze. No, myślę, że już możemy zacząć. Już. Dzień dobry jeszcze raz. Witam Państwa na dzisiejszym webinarze. Здравствуйте, я вас приветствую на сегодняшнем вебинаре. Тема сегодняшнего вебинара – хобби и свободное время. Хобби и час вольный. Temat jest ciekawy, będzie dużo gramatyki, ale też dużo słownictwa. Tema interesna, будет для кого-то к несчастью много грамматики, но также будет много всяких интересных заданий и лексики. Можем мы перейти одразу до плану? О, тут есть наш план. Это наш план. Сейчас пройдемся быстро по пунктам. Zobaczymy, co nas czeka. Po pierwsze, słownictwo na temat hobby i rozrywka. Leksyka na temu hobby i rozwlecznie, hobby i swobodne время. A następne, powtórka odmiany rzeczowników i przymiotników, bierniku i narzędniku. Затем мы повторим склонение существительных и прилагательных в винительном и творительном падеже. Зробимо то пото, би муц уміч творить структури типу інтересуватися чимсь, любить щось робити. Ми повторим склонение существительных и прилагательных в винительном и творительном падеже, чтобы уметь создавать структуры типа интересоваться чем-то, что-то любить и любить что-то делать. Это на самом деле достаточно, несложная тема. Далее топ присутствия частотливости, наречие частоты. Звучит немножечко страшновато, но на самом деле там тоже все достаточно просто. И на концу отмена часовнику в часе дразнейшем. И в конце спряжение глаголов в настоящее время. Добже, прийдемо. Зачнімо от словництва. Co możemy robić w czasie wolnym? Możemy czytać książki, czytać книги, albo czytać książkę w jedynym числе. Tutaj na slajdzie ja napisała we mnożstwie. Dalej, możemy też słuchać muzyki, słuchać muzyku. Тут я бы хотела остановиться на минуточку, потому что здесь интересна довольно такая структура, которая отличается от русского языка. Много русскоязычных людей, которые учатся говорить по-польски, на самом деле делают такую ошибку, потому что пытаются перевести слушать так же, как это звучит в русском. То есть тут у нас слухать музыки, слушать кого чего. А в русском мы говорим слушать кого что. То есть, если в русском мы говорим слушать радио, то есть слушать что, то в польском слухать радия, то есть слухать чего. Также еще, например, слухать новые плиты, слушать новый альбом. Альбом, например, слушать шуму ветру, слушать шум ветра. Тут треба то запам'ятати и не робити таких блендов. Тут легко можна ще помилити. Добре. Теж можемо в часі вольним грати на гітарі. Ми можемо грати на гітарі.
Ту можемо вписати якийсь інший інструмент. Здесь можемо ми вставити любой другой інструмент. Например, наприклад, играть на піаніно, грач на скрипцах, играть на скрипке, грач на бębнах, играть на барабанах, грач на саксофоні, играть на саксофоні. Теж в часі вольним можемо малювати, рисувати, або ще писати, якщо ми говоримо писати картини. Тут, якщо хтось ще учив язика англійського, то, быть може, ві, що є така різниця між to draw і to paint. Чили, то є, малювати это обычно рисовать красками, рисовать картину, ну да, обычно красками. А если мы что-то рисуем карандашом или там мелом, например, то употребляем глагол рисовать. Теж в часе вольным можем робить здъенча, то есть фотографировать. Існіє теж такий часовник фотографувати, теж можна його вживати, але, наприклад, я волю мовити, робити здіянча, наприклад. Але, ну, фотографувати, то теж ще спотика, теж так ще мові. В часі вольним можемо оглядати фільми люб серіали. Можем смотреть фильмы или сериалы, спотыкаться с коллегами, встречаться с друзьями, играть в игры компьютеровые, играть в компьютерные игры, подружовать, путешествовать, готовить, так как в русском. Ездить на ровеже, кататься или ездить на велосипеде, управлять спорт, заниматься спортом, танцевать, играть в пилке ножну, играть в футбол. Тут в языку російські назви гір спортових взяті са з англійського. В русскому язикі назви спортивних ігр взяті з англійського. Поляці хотіли вимислити своє, więc, наприклад, футбол – це пілка ножна, то есть ножной мяч, если переводить дословно. Волейбол – это пилка-щатковка, або попросту щатковка. От слова щатка, то есть сетка. Баскетбол – это кошиковка, от слова кош, то есть корзина. Очевидно, теж есть пилка ренчна, то есть ручной мяч. Если кто-то догадался, как этот спорт называется по-русски, тоже можете написать в чате. Посмотрим. Пилка ренчна. Як то есть по-русски. И да. Так, так. Да, это гандбол. Правильно. Очень хорошо. Теж в часі вольним можемо грати в теніса. Грати в теніс. Теж поляці не всі, однак, назви ми вимислили для гір спортових. Теж щось там взяли з англійського. Однак, тут теж звертаємо увагу, що грати в теніса, а не в теніс. Але якщо хочемо сказати, що, наприклад, любит теннис, то можно повечить на кильку способов. Например, любит теннис, альбо любит тенниса. Тут и так можно то уживать. Добра.
Też w czasie wolnym możemy pływać, to jest pływać, jeździć na nartach, kataться na лыжах, jeździć na łyżwach, kataться na конькach. Tutaj, пожалуйста, не путайте, łyżwy – это коньки, а лыжи – это нарты. Możemy spacerować, gulać i biegać. Biegać. Też jak w języku rosyjskim jest dużo podobnych słów. W czasie wolnym możemy iść do kina, idzie w kino, iść do muzeum, idzie w muzej, iść na zakupy, idzie za pakupkami. Обратите внимание на предлоги. Ищ до кино, ищ до музеум, али ищ на закупы. Играть в планшувки, играть в настольные игры. Ну и również можем шонтать. В часе вольным мы можем убирать в свободное время. Да, такое занятие тоже есть. Ну и перейдем мы до чвичень. Перейдем к упражнениям. Здесь вам нужно вставить нужный предлог. Прошу вставить właściwy przyimek. Przykład. Mój wujek lubi grać w tenisa. Пример. Mój дядя любит играть в теннис. Dobra. Pierwsze zdanie. Lubimy podróżować. Tutaj proszę wpisać poprawny przyimek. Jest podobny do rosyjskiego, to jest wskazówka. Jest on tak, jak i ruska. Очень легко. Tak. Tak. Bardzo dobrze. Dobrze, lubimy podróżować po Europie. Świetnie. Magda świetnie gra w saksofonie. Tutaj też poproszę. Tak, bardzo dobrze, tak. Świetnie, świetnie. Magda świetnie gra na saksofonie. Andrzej rzadko spotyka się rodzicami. Tutaj też poproszę. Tak. Świetnie. Dokładnie. Andrzej rzadko spotyka się z rodzicami. Czy twój ojciec lubi chodzić do teatru? Tak. Bardzo dobrze. Świetnie. Czy twój ojciec lubi chodzić do teatru? Твой отец любит ходить в театр? Моя матка świetnie gra гитару. Моя мама отлично играет. Так, моя матка świetnie gra на гитаре. Моя мама отлично играет на гитаре. Часто спотыкаемся с коллегами. Tak, bardzo dobrze. Często spotykam się z kolegami. Następny. Często chodzimy w restauracji. Do restauracji. Tak. Proszę zwrócić na to uwagę. Często chodzimy do restauracji. Bardzo dobrze. Nie lubię grać planszówki. Tak, nie lubię grać w planszówki. Czy lubisz chodzić kina? Tak. Czy lubisz chodzić do kina? Ty lubisz chodzić w kino? Dobra, teraz przejdziemy do innego ćwiczenia. Tutaj trzeba
вписать поправный часовник. В этом упражнении нужно вставить подходящий по смыслу глагол. Приклад. Марек очень любит подружовать по Европе. Марек очень любит путешествовать по Европе. Następne. Lubię tenisa. Ja lubię. Co to tam? Tak, super. Tak, tak, lubię grać w tenisa. Super, tak. Ja lubię grać w tenis. Czy lubisz muzyki klasycznej? Słuchać. Słusznie. Tak, dokładnie. Czy lubisz słuchać muzyki klasycznej? Ty lubisz słuchać muzyku, klasyczną muzykę? Małgorzata lubi książki kryminalne. Tak? Tak, dokładnie, świetnie. Małgorzata lubi czytać książki kryminalne. Dokładnie. Małgorzata lubi czytać kryminalne książki. Wojtek i Magda bardzo lubią na rowerze. Tak, tak. Wojtek i Magda bardzo lubią jeździć na rowerze. Wojtek i Magda очень любят jeździć na велосипеде, кататься на велосипеде. Mój znajomy lubi zdjęcia. Tak, bardzo dobrze. Już widzę pierwszy. Tak, tak. Dokładnie. Mój znajomy lubi robić zdjęcia. Mój przyjaciel lubi na przykład walce. Co lubi robić przyjaciel? Tak, tak, dokładnie. Mój przyjaciel lubi tańczyć, na przykład walce. Mój druk lubi tańczyć, przykład walce. Agnieszka lubi z kolegami. Tak, bardzo dobrze, dokładnie. Rozmawiać też. Tak, rozmawiać też możemy. Tak. Rozmawiać, spacerować, spotykać się. Dokładnie. Tutaj to wszystko pasuje. Super. Tak. Odpowiedzi może być kilka, a ответов może być несколько. Piotrek lubi oglądać. Tak. Tak, przez takie on. On, takie, tak, dokładnie. Piotrek lubi oglądać seriale. Piotrek lubi смотреć serial. Dobra, teraz przejdziemy do gramatyki. Teraz powtórzymy, co to jest narzędnik. To dwuwyrazowy падеж. Нарушенник отвечает на вопрос «кем чем?». Творительный падеж отвечает на вопрос «кем чем?». Вообще, этот падеж, образование этого падежа в польском очень похоже на русский. Но есть несколько нюансов. И, пожалуй, сейчас я бы хотела начать с конца. Как вы знаете, в польском языке есть три рода. Ну, тоже, как и в русском. Я бы хотела начать со среднего. Есть мэнский, женский и ниякий. Ниякий – это средний. Я бы хотела начать с него, потому что он, ну, почти такой же, как и в русском. Мяновник – это именительный падеж. Тут и мамы такие слова. Польское кино. Narzędniku to będzie polskim kinem.
Или симпатичное детско, красивый ребенок, симпатичным детским. То есть окончание в творительном падеже им альбо им у прилагательных и у существительных м альбо и м. Интуитивно можно, в принципе, понять м альбо и м. И м – это когда слово заканчивается на к альбо г, а м – остальные случаи. Также и в в прилагательных, если окончание заканчивается на, если слово заканчивается на кг, в таком случае им, а если на другие согласны, то им тут. Но можете это забачить на прикладах. Мужской род очень похож на средний, тоже как и в русском языке. Тут и мамы. Симпатичный научитель, симпатичный учитель, симпатичный полак, симпатичный полак. Еще можем перевести как красивый. Ну, так это и переводится как красивый. И высокий мужчина, высокий мужчина. На женитьбу то будет симпатичным научителем, красивым учителем, симпатичным поляком, красивым поляком и высоким мужчиной. Тут мамы концовки он, поневаш мужчина кончится на а. Это слово в мужского рода, но оно оканчивается на а, поэтому окончание такое же, как и в женском роде. И придем мы до найчекавшего родзаю, чили женского. Есть подобный до российского. Это похоже на русский, но немножечко все-таки небольшое отличие есть. Симпатична научителька. На женнику то бенде симпатично научителько. Красивой учительницей, симпатична полка, симпатичну полку, висока кобєта, високу кобєту. Ну і видим, откуда, в общем-то, взялась вот это окончание «он» в мужском роде со словом «мужчина», потому что он тоже оканчивается на «а» и поэтому склоняется. Существительное склоняется так, и, как и существительное в женском роде, но обратите внимание, что высоким все-таки склоняется так, как и должно склоняться прилагательное в мужском роде. Teraz przejdziemy до верника. Это винительный падеж. Отповяда на питание кого co. Отвечает на вопрос «кого что?». И снова начнем от родзаю некого. Снова начнем со среднего рода. Тут еще, здесь нужно еще добавить, что мужской род, так же, как и в русском, делится на мужской род одушевленный и мужской род неодушевленный. И поэтому они в винительном падеже склоняются немножечко по-разному. Ну, тут так же, как и в русском. Ну, запачьте. Они мают ладное детско. У них есть красивый ребенок. Ладное детско, верник, тут и винительный падеж совпадает с именительным в среднем роде. Перейдем к мужскому роду неодушевленному. Мы мамы ладный дом и самохуд.
у нас есть красивый дом и машина. Здесь тоже совпадает, существительные и прилагательные совпадают с именительным падежом. Прежде мы до роду женского животного, мы перейдем сейчас к мужскому роду одушевленному. Я мам доброго отца, брата и сына. Окончание в прилагательном «эго», окончание в существительном «а». Ты маешь водного пса и кота. Здесь то же самое. В русском языке, по-моему, точно так же. У нас кого-чего? Хорошего отца, брата и сына, и красивого, красивой собаки и кота. Ну и перейдем раз до наичекавшего родзаю, до родзаю женского. Тут есть иначе, ніж язык російський. И можем помилить трошки с нажендником. Поневаш, здесь отличается, чем в русском, но и мы можем еще перепутать с творительным падежом. Потому что тут у нас два разных окончания для существительного и прилагательного. Ну, посмотрите, забачите. Она ма симпатичну матку, сестру и цурку. У нее есть красивая мама, сестра и дочь. В существительном, прилагательном окончании он такая же, как и в творительном падеже, а в существительном уже «эл». Нужно это запомнить, не перепутать. Можем еще раз включить на последний слайд. Тутай «ким чим симпатичну научительком, высоком кобетом». А тут и мамы, он ма симпатичную матку. Прошу то запоминать. И по что то припоминались мы, бы робить такие структуры. Чтобы мочь поведеть о своем хобби. Например, чтобы уметь сказать о своем хобби. Например, любить и безоколичник. Любить и глагол в неопределенном времени, инфинитив. Вот. Любить плюс инфинитив. Например, Анна любит читать книжки. Анна любит читать книги. Любя слушать музыки. Я люблю слушать музыку. Здесь все понятно. Здесь все просто, так как в русском. Тоже можем ответить на другой способ. Можем это сказать по-другому. Любить плюс верник. Любить и винительный падеж. Анна любит литературу. Любя музыка. Анна любит литературу. Я люблю музыку. Можем тоже ответить, что иначе. Например, интересоваться плюс нажимник. Интересоваться чем-то. То есть творительный падеж. Анна интересуется литературой. Анна интересуется литературой, интересуется музыкой. Я интересуюсь музыкой. Более подробно ознакомиться со склонением по падежах
Можете в уроках 3, 4, 5 и 6 курса Ешка. Ешка польский для начинающих. Тут то есть написано, звучит, прошу на то увагу. Там написано это более подробно. Можете вернуться к этому и повторить, если сейчас было... То есть, если сейчас запомнили, если вам сейчас трудно запомнить, понимаю, иногда бывает трудно охватить такое большое количество информации сразу. И перейдем мы до чвичань. Перейдем к упражнениям. Ставьте словосочетание в форме именительного или творительного падежа. Приклад. Он любит польский бокс. Он любит польский бокс. Основное. Он интересуется французский спорт. Есть подобный до российского. Так. Докладнее. Тут есть подобное очень до российского. Докладнее. Он интересуется французским спортом. Он интересуется французским спортом. Барто любит немецкая философия. Тут трошки иначе, ніж в языку російський. Так, докладно. Если у вас нету на клавиатуре польских знаков, то можете писать русскими или английскими. Ну, как бы тут будет понятно, что вы имели в виду. Так, докладно. Виктор Марация, барто любе немецком философье. Так, это в форме винительного падежа. Она любит вино и салатка грецка. Еще раз можете писать окончание, например. Или там полностью слова на русском. Ну, русскими буквами или английскими, не используя польских знаков, если у вас не есть польские знаки. Да. Так, докладнее. Так, барто добре. Она любит вино и салатку грецком. Она любит вино и греческий салат. Барто добре. Любишь музыка классична? Bardzo dobrze, dokładnie. Tak, świetnie. Tak, macie rację. Lubisz muzykę klasyczną? Tak. Tak, i już piąte. Interesujesz się czym? Muzyka hiszpańska. Tak, bardzo dobrze. Interesujesz się muzyką hiszpańską? Mam interesująca książka.
Tak, dokładnie. Bardzo dobrze. Mam interesującą książkę. Czytam kolorowy magazyn. Teraz czytam kolorowy magazyn. Jak to będzie? Jaka forma będzie poprawna? Tak, dokładnie, będzie tak samo. Będzie to samo. Czytam kolorowy magazyn. Tak poprawnie się mówi. Oni interesują się literatura angielska. Tak, dokładnie. Oni interesują się literaturą angielską. Bardzo dobrze. Lubisz kawa? Tak, świetnie. Dokładnie. Lubisz kawę? Tak. I ostatnie, последнее. Interesujesz się polityką? Tak. Bardzo dobrze. Interesujesz się polityką? Świetnie. Bardzo dobrze. Okay, teraz. U nas to przesuwki częstotliwości. Ale ten rzeczy jest częstotliwości. Звучит страшно. На самом деле ничего страшного нет. Это наречие, которое отвечает на вопрос, как часто. Как часто. На прикладе пани Ковальской. Teraz zobaczymy, jakie to przysłówki. На примере пани Ковальской мы сейчас узнаем, какие это наречия. Первое. Пани Ковальска завше вечером чита книжки. Любит криминалы. Пани Ковальска всегда вечером читает книги. Она любит криминал. Завше это всегда. Codziennie по полудню игра на гитаре классической. Каждый день днем после обеда играет на классической гитаре. Codziennie – это каждый день. В уикенд zwykle ходит на басейн. Выходные обычно ходит в бассейн. Zwykle – это обычно. Często спотыка się с коллегами кавярни. Часто встречается с друзьями в кофейне. Часто это часто. От часу до часу игра в тенниса. Время от времени играет в теннис. От часу до часу, время от времени, похоже на русский. Жадко оглонда сериалы, по нема часу. Редко смотрит сериалы, потому что нет времени. Жадко, редко. Никогда не слуха музыки электроничной, полюби музыку классичную. Никогда не слушает электронную музыку, потому что любит классическую. Никогда не, никогда не. Teraz przejdziemy znowu do ćwiczeń. Tutaj proszę zamienić wydzielone słowo na przeciwne po znaczeniu. Пожалуйста, zmienicie wydzielone słowo na противоположное по смыслу. Здесь w niektórych też mogą być wariacje. Na przykład.
Nigdy nie gram w piłkę nożną. Przeciwne? Zawsze gram w piłkę nożną. То есть я никогда не играю в футбол. И противоположно, я всегда играю в футбол. Первое. Часто правим спорт. Так. Добже, добже, барто добже. Противоположное – это жадко управляем спорт, то есть редко занимаюсь спортом. Свыкле в уикенды слухам музыки. Так, так, барто добже. Тутай нигды, нигды в уикенды не слухам музыки. Так, нигды альбо жадко. Докладней. Тутай. Сон две опции. Чече. Профессор завше муви вольно. Профессор всегда говорит медленно. Так. Докладней. Альбо профессор нигды не муви вольно. Профессор никогда не говорит медленно. Альбо профессор радко муви вольно. Профессор редко говорит медленно. Андрей радко звонит до колежанки из лицеум. Андрей редко звонит подруге из лицея. Так. Так, dokładnie. Bardzo dobrze. Andrzej często dzwoni do koleżanki z liceum. Andrzej często dzwoni po drugie z liceum. Nigdy nie biegam w weekendy. Nigdy nie biegam po wychodnym. Tak, dokładnie. Противоположное будет завше. Так, докладне. Завше, звыкле, альбо ченсто. Ченсто бегам в уикенды. Завше бегам в уикенды. Звыкле бегам в уикенды. Так, то вшестко есть поправне. Бардзо добже. Шветне. Ну и прийдемы до такего дужего темату. Конюгация часовников. Склонение глагола. Такая достаточно большая тема. Но начнем мы со склонения первого. Первое склонение. Как мы обычно определим? Обычно это слова, которые заканчиваются на овач или какие-то короткие, например, как працовач, какие-то короткие глаголы, муц или другие. Ну, в общем, трудно так запомнить все. Скорее, это нужно просто с опытом, прорабатывая, вы запомните, как склонять и какие глаголы относятся к какому склонению. Зараз на прикладах покажу, как отменяются некоторые часовники. Конюгация первша. Эл, эш. Первый часовник хотеть. Хотеть. Чтобы его просклонять по лицам и числам, мы убираем окончание -ich и добавляем. Да. И добавляем
окончание соответствующее числу и лицу. Первое число, первое лицо единственного числа, то есть я хочу, окончание будет эл, то есть я хцел. Соответственно, ты хцешь. Он, она, оно, пан, пани, хце. Мы хцемы, вы хцече, они, оне, панство, хцом. Всё ясно, надеюсь. Всё понятно, надеюсь. Если нет, то можем, то повторим на другом глаголе. Писать. Тутай теж отжуцамы концовке. Мы вычеркиваем окончание «ач» и додаем концовке «эл». И тутай у нас, здесь у нас идет чередование согласных. То есть если в инфинитиве у нас «с», то в склонении, в формах склонениях у нас «ш». То есть я пишу, так же, как и в русском. Писать, а что делаю я пишу. Тут здесь легко запомнить. Писать, я пишу, ты пишешь, он, она, оно пишет, мы пишем, вы пишете, он, оно, панство пишем. Также чередование согласных есть еще в следующем глаголе. Глагол «моч», «муц», тоже есть подобный до российского, похожий на российский, на русский глагол. И так же, как и в русском, и так же, как и со словом, с глаголом «писать», тут идет чередование гласных. Тут и согласных, вернее, да. И гласных, кстати, тоже, потому что в инфинитиве у нас такие «у», а уже в формах инфинитива у нас «о». Смотрим. Глагол «муц» – «я могу», «ты можешь». Так, как и в русском. Если «я могу» через «г», то «ты можешь» – «ж». Тут и в польском есть так само. «Ты можешь», «он», «она», «оно» – «може», «мы» – «можемы», «вы» – «можете», «они», «она», «панство» – могу. Тутай знову уживамы литеры «г». Здесь мы снова, как и в «я могу», здесь тоже мы используем букву «г». И глаголы на «овать», например, «працовать», «работать». Здесь мы набрасываем окончание «овать», додаем такую «уй», и потом вставляем обычное наше окончание «эм», «эш», «эм», «эче», «он». Пример. «Я працую», «ты працуешь», «он», «она», «оно» працуе, «мы працуем», «вы працуете», «они», «оне», «панство працуем». Чтобы лучше запомнить, закрепить, мы сейчас сделаем небольшое упражнение. Тут я попрошу вписать поправную форму часовника. Вставьте правильную форму глагола. Где вы працовать? Jak to będzie?
Так, бардзо добре. Дзе вы працуеце? Дзе вы работаеце? Жмі падобны до расійскага. Мы працаваць в Пазнанні. Так, мы працуем в Пазнанні. Дакладна, бардзо добре. Чем она интересовалась? Чем она интересовалась? Так. Dokładnie, ale tam czym ona interesuje się? Na końcu takie zwykłe e, a nie e. Bo to ona, a nie ja. Ja interesuję się, ona interesuje się. Chociaż czasami to brzmi podobnie w języku potocznym. To... O, następny. Ja interesować się historią, w sumie już powiedziałam przed chwilą. Ale możecie napisać tak. Tak, dokładnie. Z ogonem. Tak, ja interesuję się historią. Ja interesuję się historią. Ja chcieć spotkać się z kolegami. Chcę. Chcę takie, to jest pierwsza koniugacja, więc ja chcę takie e z ogonem. A poprawnie będzie tak, ja chcę встретиться się z друзьями, ja chcę spotkać się z kolegami. A teraz ja nie chcieć słuchać muzyki. Tak. Tak, dokładnie. Teraz ja nie chcę słuchać muzyki. Takie e. Też mam jak w piątym zdaniu. On pisać książkę. Tak, on pisze książkę. Dokładnie. On pisze книгу. Czy pan móc mówić trochę wolniej? Tak, dokładnie. Tak, bardzo dobrze, dokładnie. Czy pan może mówić trochę wolniej? Wy możecie mówić немного медленнее. Czy ty móc mówić wolniej? Tak. Bardzo dobrze. Czy ty możesz mówić trochę wolniej? Tak, bardzo dobrze. Świetnie.
Przejdziemy do koniugacji drugiej. Do tej koniugacji należą czasowniki, które kończą się na głównie, które kończą się na idź lub idź, ale również niektóre inne i edź, ale głównie na idź, idź. Druga koniugacja jest bardzo podobna do pierwszej. Tutaj też zamieniamy, odrzucamy końcówkę idź, ale zamieniamy na ię, iż, i, im, idzie, ją. Na przykład mówić, gawarić. Ja mówię, ty mówisz, on, ona, ono, pan, pani mówi, my mówimy, wy mówicie, oni, one, państwo mówią. Lubić. Też podobny do czasownika mówić. Lubić. Ja lubię, ja lubię. Ty lubisz, on, ona, ono lubi, on, ona, ono lubi, my lubimy, wy lubicie, oni, one lubią, oni, ani lubią. Chodzić. Tutaj odrzucamy końcówkę idź i zamieniamy na ę, a następne, jak i w poprzednich czasownikach. Czyli ja chodzić to eta chodzić. Ja chodzę, ja chodzę, ty chodzisz. Ty chodzisz, on, ona, ono chodzi, on, ona, ono chodzi, my chodzimy, wy chodzicie, oni, one chodzą, ani chodzą. I uczyć się. Uczyć się. Этот глагол оканчивается на «ич», więc выжуцамы «ич» и вставляем «эл», «иш», «и», «им», «иче», «о». Приклады. Я учился, я учусь, ты учишься, он, она, оно учится. Он, она, оно учится. Мы учимся. Вы учитесь. Они, оно учатся. Они учатся. Przejdziemy до ćwiczeń. Перейдем к упражнениям. Здесь снова нужно вставить правильную форму глагола. Czy ty lubisz grać na gitarze? Tak, bardzo dobrze. Świetnie. Czy ty lubisz grać na gitarze? Lubisz li ty grać na gitarze? Ja słabo mówić po polsku. I e. Ja słabo mówię po polsku. Nie zabywajcie pra i перед e. Ja słabo mówię po polsku. Czy wy mówić po rosyjsku? Tak. Tutaj jest proste. Czy wy mówicie po rosyjsku? Wy gawaricie po ruski. Oni lubić
podróżować. Oni lubią. Oni lubią podróżować. Dokładnie. My uczyć się języka polskiego. My uczymy się. Dokładnie. My uczymy się języka polskiego. My uczymy polski język. On rzadko chodzić do kina. On rzadko chodzi do kina. Dokładnie, on rzadko chodzi do kina. Jak często ty chodzić do teatru? Jak? Dokładnie. Jak często ty chodzisz do teatru? Jak często ty chodzisz w teatr? Moja siostra świetnie tańczyć sambę. Moja siostra świetnie tańczy sambę. Dokładnie. Co ty teraz robisz? Dokładnie. Co ty teraz robisz? Co ty się dzielisz? Bardzo dobrze. Świetnie. I trzecia koniugacja. Do tej trzeciej koniugacji należą słowa, które kończą się na ać lub jeszcze nie, kilka innych. Niektórzy wydzielają k temu sklonieniu, spojrzeniu odnosi się glagol, który zakończył się na ać i несколько других, które niektóre wydzielają to отдельное спряжение. Или такое подспряжение. Но некоторые нет. Ну, я его оставила. Я эти слова оставила в третьем спряжении, потому что, в принципе, они склоняются очень похоже. Приклады. Читать. Тутай отрицаем концовку «ч» и додаем «м», «ш», «а», «мы», «че», «ён». Чили «а» заставляем. Оставляем, убираем «ч» и просто подставляем окончание «м», «ш», «а», «мы», «че», «ён». Пример. Читать, читать. Я читам, ты читаш, он, она, оно чита, мы читамы, вы читаче, они, оне читаю. Грач. Теж есть барцо подобный. Очень похоже прилагается глагол. Теж отрицаем ч и додаем м, ш, а, мы, че, ём. Я грам, я играю, ты граш, он, она, оно гра, он, она, оно играет, мы грамы, мы играем, вы Gracie, wy играете, oni, one grają, они играют. Kolejny czasownik wiedzieć, znać. Tutaj jest troszkę inna sytuacja. Здесь немножечко другая ситуация. Здесь мы
полностью убирая окончание «чеч» и тоже подставляя вот эти мышие «мы-че», но в последнем в случае «они» мы оставляем «з». Нам снова нужно вот этот «з» с инфинитива. Забачьте. Я вем. Я знаю. Ты вешь. Ты знаешь. Он, она, оно ве. Он, она, оно знает. Мы вемы. Мы знаем. Вы вече. Вы знаете. И тут они, оны ведзо. Треба то запамятать. Ведзо. И последнее. Уметь. Можно перевести, да, как уметь. Тутай теж отжуцамы концовки «ч», как в первых двух часовниках. Тутай мы убираем «ч» окончание и также подставляем окончание, нужное окончание, как и в первых двух глаголах. Уметь. Я умем. Я умею. Ты умеешь. Ты умеешь. Он, она, оно уме. Он, она, оно умеет. Мы умеем. Мы умеем, вы умеете, они, он, панство умеем. Тут и, здесь, пожалуйста, не путайте еще с глаголом меч, который звучит очень похоже на глагол уметь, но он спрягается абсолютно по-другому. Я мам, ты маш, он, она, ма, мы, мамы, вы, мачи, они, оны, маю. Ну, сейчас мы перейдем к упражнениям. Здесь вставьте, снова нужно вставить правильную форму глагола. Я читать интересующую книжку. Bardzo dobrze. Ja czytam interesującą książkę. Tak, drugie. Bardzo dobrze. Oni grać w karty. Они играют в карты. Докладно. Они играют в карты. Чи ты играешь на гитаре? Так, докладно. Чи ты играешь на гитаре? Супер. Ты играешь на гитаре? Мы слушать музыки. Мы слушаем музыки. Добре, дуже добре. Так є. Як часто ти оглядаєш телевізію? Як часто ти смотриш? Телевизор. Так, докладно. Как часто ты оглядываешь телевизор? Он плывач.
Dokładnie. On pływa. Super. One pięknie śpiewać. A nie? Красиво поют. Dokładnie. One pięknie śpiewają. Ty umiesz grać w tenisa? Ty umiesz grać w tenisa? Dokładnie. Czy wy czytać po angielsku? Dokładnie. Czy wy czytacie po angielsku? Wy czytajcie po angielsku? Super, bardzo dobrze. Świetnie. No i na końcu, jeżeli ktoś chce, to może w sumie tutaj w czacie napisać kilka zdań o sobie, o swoim hobby. Co lubicie robić? Albo o hobby swojej rodziny, hobby swoich kolegów, na przykład, co lubicie robić. Ja na przykład bardzo lubię słuchać muzyki. Ja również gram na saksofonie. Niestety bardzo rzadko teraz gram na saksofonie, ale jednak. Lubię też spacerować po mieście. Możecie teraz też coś na zakończenie napisać o sobie, jeżeli chcecie. Jedno, dwa zdanie. To takie też małe ćwiczenie będzie. Mogę, jeżeli nie pamiętacie już tych słówek, mogę wrócić na pierwsze slajdy. Mogę coś powiedzieć o sobie. Na przykład lubię czytać książki, słuchać muzyki. Wędkować, super. Wędkować to znaczy łowić rybu. W ogóle nie. Surfować w internecie, łazić po internetu, tak, czytać książki, ale rzadko to robię. Niestety też spacerować, zajmować się jogą, gulać i zanimać się jogą. Super, też lubię spacerować. Nigdy nie zajmowałam się jogą, niestety. Świetnie. Dziękuję bardzo za uwagę. Świetny był. Lubię jeździć konno. A, świetnie. Też bym bardzo chciała się nauczyć tego, ale niestety. Dziękuję bardzo za uwagę. Dzisiaj dobrze pracowaliście. Dużo się nauczyliście. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia wszystkim. Cześć.